Нет, давайте, я просто рано, они уже... Вот оно место, вот стреляли два раза под лопатку, с левой стороны в сердце. Вот. Вот они, два пробоя, прям, вот они, видно, ложил через каждые 5 сантиметров, пуля от пули лежит. Стрелял ворошиловский стрелок, ребят. Шестой человек позвонил, так и так, это Николай, там какая-то кобыла лежит на поле дохлая. Мы собрались с приятелями на следующий день ехать, получилось, что погодные условия не позволили. Вот. А к вечеру мне уже позвонила женщина, так и так, что ваш там мужик, говорит, на поле скотомогильник открытый, говорит. Я говорю, спросил, в каком месте. Она сказала, я не знаю, это надо у мужа. Мы с мужем ездили на снегоходе, катались. Вот. Муж пришел, я говорю, ладно, перезвони. Пускай муж перезвонит и скажет нам, где, куда, в какое место ехать. Обозначить, мои это лошади или нет. Когда он сказал про журавлиху, я сказал, это мои, наверное. С той стороны, как бы она перевернута. Вот, ход, вот, но это все... Мной посчитано около 5 миллионов, господи. Тут вот по казахстанским ценам они стоят 5 миллионов где-то примерно. Плюс-минус там. До копеек не будем досчитываться. Да. Я считаю, это профессионал стрелял. Это учился он, наверное, или где-то в тире. Так только спецназ стреляет в сердце, потому что скрывали сердце насквозь лопнутое у любого животного. И плюс, да, под вторым выстрелом 2, некоторые, может, что-то где-то отклонение, может, получался 3-й раз даже и добивал. Но это целенаправленно шло. Моя просьба найти, пускай наши сотрудники ищут, все карты в руки, вот она, мы пока ничего не убираем, надо найти и наказать на будущее, потому что в следующий раз не 53, может 153, а то и больше будет. Неизвестно какое, только лошадей или коров, или может и на людях. Расстрел, ребята, вот так вот в войну советских людей стреляли. 11 лет я занимаюсь разведением лошадей на данный момент. Вот она. И за какие-то часы, дни или, как говорится, ничего не стало. Так что обидно, досадно. Соболезнуют, очень много людей соболезнуют, очень много, потому что жалко. Жалко скотину, во-первых, и вырастить лошадь, это тоже труд нужен. Так что много, очень людей, много соболезнуют ему. Нормальный сельский житель, работяга, который работает своим трудом, добивается все. Никого он попросту не обидел никогда. Он все работает с людьми, если к нему нормально, и он нормально. Никого он не гнобил, никого он ни с кем не конфликтовал. Знаете, рабочие моменты везде бывают.